У меня двойница. Заткнись. Господи, а зудка-то как? Зудка. Зудка смотрит играть в эту игру. На тело. Темно. Темно-темно. Так. Ты, наверное... Ты должен собрать... У меня яйца для борта. Ну, здесь мне заняться нечем. Собирать такие яйца для этих пацанов. Интересно, чего я стою? Давно он запарается. Так. Это я Гамор. Гамор, зырный какая. Какой за зырный? Какой я зырный? Карасик. А чё я к нему? Подбежать не могу. А, могу. Буду знать, как бегать. На В, на Д. Понятно. Прикольно. Надо собрать цистиц. И не исключено, что на улице. А может на улице? Давайте посмотрим улицу. Могу ли я собрать АС? Нет, ничего не могу собрать. Жалко как. Жалко, что не могу собрать тут. Ведь мой зайти в дом. Да соберу я пар. Такая зорная какая, пройти не могу. Наверх, наверх, мне жутко. Мне страшно, я хочу в туалет. Я хочу в туалет, я хочу в комнату. Слава богу. Слава богу, что есть такая возможность. На еску. На еске, 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 еске. Воу, вот твой бард. Так как она называется Эксурбард. Я носу яйца за бартом. Надеюсь, никого не встретил. Тут никого нету. Надеюсь, никого нету. Я так нормально начала играть. Надеюсь, и будет нормально. Сюда пришла Марс. Нет! Что это за ебать такая? Противная женщина. Я тут мужик, понятно? Я кого-то стоит тридцать на уйти. Противная Марс. Да нифига не натренировался в этой игре. Надо хорошо потренироваться. Ой, господи, мамочки. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Ой, господи, уйди от меня, противная женщина. Я типа не знаю, типа, я не хочу с тобой жить. Ты мне не нравишься, понятно? Получай. Мама, вырубай свет. Проходи, тупая женщина. Да нет. Нет. Блин, ты прям в газу застряла. Ты застряла в газу! Господи, сука, можно! Походу я нубиара. Ноус нет! Нубиар! Я застряла. Блять. Извиняюсь. Я никогда не ругаюсь. Ну блин, играть тут реально подлудка. Ну, нет. Верона Коска выиграет как угодно, что угодно, где угодно. Зырный Гомер. Твою мать. Ты даже не трасса, ни хрена. Ты тупая. Да ладно, четырица. Да гений, да гений. Только бы наша зоновка все не испортила. Хотя во всех сериях Симпсонов она только и делает. Только все самое интересное портит. Ты смотрела Симпсоны? Я бам, не терял. Мамочки, она здесь. Я вижу ее проклятую морду. Бежим! А, вот. Давайте все просто свалим отсюда.
Выиграла, ребят. Круто. Сбежала из дома. Лев дом. Юху, крутяк. Мне нравится. Мне нравится. А вам? Думаю, тоже. Ну что, погнали другой левел. Я тупо хотел поиграть на удачу. Ну, тупо поиграть. Получилось, прикиньте. Вау, где это я? Магазин, это все. Я осматривать ничего вообще нельзя, что ли? Стоп! Почему нельзя осматривать? Что я делаю, что я ищу вообще? Вау, это кто? Оу! Мы кого-то ищем, какого-то тела. Кого-то убили, Барни. Это Барни, который постоянно уму оставался. Бедный Барни. Ну съела я Барни, ну и что-то такого. Миску такого. Вкусный такой получился, очень вкусный. Отлично, она пошла передумала, видимо. Ты тупая Марта, крути себя, она лучше тебя. Я ребенок? Не, Мэгги. Девяткой. Есть. Фу, успокоила проклятого ребенка. Противный ты ребенок. Ты мне мешаешь. Какого хрена? Я тебя на секунду отосла. Извини, ребенок, перепутал яску с другой цифрой. Продолжаем, ребята. Проходим, она наверху или внизу? Боюсь, что она не внизу. Вот тут наверху. Поиграем на удачу. Комната Лизы. Роемся в ее вещах. Ты противный ребенок. Отвали. Я даже не пила ребенку успокоить. Противная ты жена. Думал только о себе. А ребенок? Как ты ребенок? У тебя нет ничего святого против на этом Марс. Мамочки, вон она идет. Вон она ее роза. Я вижу ее розу. Возвращайся обратно, тупая роза. Типа тут никто не любит. Даже я тебя уже не люблю. Ты какая-то стеремная. Что ли? Яска, сейчас будет ребенок. Идем сразу наверх, потому что знаю, кто тебя закричит. Ребенок. Фига себе, я прямо сновидящий. Я здесь. Противная ты, Мэгги. Сираль, ты умная. Почему тут ты не умная? Ты здесь глупая. Исим. Ну, осло. Ничего. Тут ведь и пусто. Вали, мац. Все, отошла, мац. Противная яска. Есть. Господи, ты тут... А, она нам вон она прошла мимо. Идти будет небезопасно. Давай в туалет и комнату Барта посмотрим. Проходи мимо. Бабушки. Она полет мимо меня. Я увижу красную морду. Блять. Сколько можно?
Ты тупо стояла, могла просто убежать. Какая же я глупая. Глупая Макс, а не я. Я умею этой глупой девушки, у которой мозгов-то, наверное, ноль. Мамочки. Я думаю, ты слепая. Нет, она не слепая. Возможно. Она глупая. Погнали. Где-то тут ускорение есть. Бежать-то можно, наверное. Отлично, она уходит. А вот твой зырный мус, который прислал назраться на свой сет, ребенок глупый. Именно халява портит дети.